Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень интересная посылочка от ГЭС. Сейчас все расскажу, покажу, и это у нас с вами Дарсан Валь. Ну, во-первых, что такое Дарсан Валь? Вот тот, который я заказала, он прошел медицинскую регистрацию, и он одобрен врачами, прошел клинические все испытания. Это медицинский прибор, аппарат. Он используется, мне кажется, я слышала, в кабинетах вот, физиотерапии, в поликлиниках. Да? Девчонки, у кого есть Дарсан Валь, или кто делал эту процедуру, может быть, когда-то, обязательно напишите, интересно. Да? Я заказала этот прибор на официальном сайте ГЭС. Они осуществляют доставку по России и по Европе, а также он есть на практически каждом маркетплейсе. Озон, Wildberries и так далее. Наберу на eBay, в общем, надо смотреть, где цена, как бы вам больше всего нравится, там приобретать. Я заказывала у официального дилера, скажем так. ГЭС – это немецкий бренд товаров для красоты и здоровья. И все приборы, все аппараты, как правило, разрабатываются совместно с косметологами, с тренерами, с массажистами и так далее. То есть это вам не просто так. Имеет представительство свои точно в России, в Европе и в Китае. Давайте открывать посылку, мне очень интересно, будем с вами тестировать этот чудо-прибор. Выглядит коробочка, и вот так называется аппарат ГЭС Супер Нова. Сейчас будем с вами открывать и смотреть. Так выглядит коробочка еще внутри. Очень красиво все сделано. Здесь у нас 4 насадки. Для чего вообще нужен Дарсан Валь? Медицинский Дарсан Валь за счет воздействия импульсным током на ткани тела предотвращает и борется с целым рядом проблем. Угревая сыпь, высыпание, перхоть, варикозное расширение вен. Мне вот это именно действие очень интересно по поводу варикоза, потому что у меня есть проблемы после двух родов. Да? Мигрень, что тоже у меня случается. Невралгия, она у всех, наверное, есть с возрастом. Артрит, остеохондроз. Тут насадки, которые вот для тела. Сейчас будем открывать, вам смотреть, я информацию уже изучила. Вот они для разных частей как бы тела. Вот это вот такая самая большая у нас будет, это точечная, это насадка грибок, для лица ее можно использовать, и расческа для волос. Вот для волос тоже мне интересно, на самом деле. Я знаю прекрасно, что Дарсан Валь применяют против облысения, и вот когда есть перхоть, когда есть какие-то проблемы с кожей головы, да, у меня их нет, но я хочу, чтобы волосы мои росли быстрее, были красивыми, густыми и классными. Вот как бы. В комплекте, да, у нас сами 4 электрода, капля, грибок, общие процедуры тоже, вилка, вот эта самая широкая для проведения процедур на руках, ногах, у меня маленький помощник, свои ножки маленькие в кадр сует. И расческа для лечения волос, кожи, головы. Прибор, как у любого, в принципе, прибора, имеются противопоказания. Я вам обязательно их зачитаю, чтобы вы имели в виду. Так, особенности прибора. У нас с вами комплексное оздоровление всего тела за счет наличия 4 насадок, обучающее видео, доступное по QR-коду на коробочке. Также можно, вот если что-то приобретаете, да, и не знаете как, здесь у нас есть QR-код на коробке, вот он. Мы с вами его будем наводить вот так вот камерой и смотреть от именно косметологов, профессионалов, обучающие видео, да. Это очень здорово, это очень удобно, молодцы вообще, потому что вот иногда прибор приобретешь, инструкцию читать лень, а тут навел камеру, да, и посмотрел сразу от профессионалов, обучающие видео. Очень ценно и здорово, на самом деле молодцы. Тут какая у нас информация, смотрите, аппарат. Для дарсенвализации портативной профессиональной модели, вот кому интересно, ГС-623 с принадлежностями. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. У нас с вами есть габариты аппарата, уход, хранится в сухом месте, как бы все понятно. Вот кому интересна информация, кто изготовитель, дистрибьютор и так далее, давайте открывать. Девчонки, я вам обязательно оставлю ссылки для России и для Европы, да, где можно посмотреть этот прибор и заказать. Еще продавец нам любезно предоставил скидочку 10% по промокоду LANA10. Я вам тоже его обязательно пропишу на любой прибор абсолютно, не только на этот. Там масса приборов очень интересных, разных массажеров. Вот моя любимая подушка-массажер тоже есть на сайте у ГЭС. Да? Промокод я вам в инфобоксе и в закрепленном комментарии обязательно пропишу и оставлю. Давайте смотреть. Так, у нас здесь с вами на английском языке вот так на коробочке. Коробочка магнитная, вот такая вот классненькая. Хоп. Опять тут маленький помощник лезет в кадр. Здесь у нас с вами инструкция, да, большая такая, толстенькая. И тоже на ней есть код, чтобы посмотреть видео. Так, это у нас гарантия, наверное, я так подозреваю, да, условия гарантии. И вот, собственно говоря, сам прибор с насадками. Все очень так красиво. Сам прибор, розеточка. Так. Вот он как выглядит. Он такой, но увесистый. Не сказать, что прям сильно легкий. Смотрите, у нас здесь рычажок с вами какой-то. Фокус, не подводи. Переключение скоростей. Он off. Просто вот так он будет крутиться. А, наверное,
интенсивность подачи может быть регулируется сильнее, меньше тока. Так, и вот наши насадки. Вот у нас первая грибок насадка. Потом для точечного воздействия вот такая. Стекло. Ага. Потом у нас с вами вот такая вот как раз вот для варикоза подойдет. Она для всего тела, для шеи, для хондроза. Вот такая насадочка. И расчесочка. Смотрите, какая интересная, да? Классная. И у этого прибора существует два режима работы. Есть контактный и дистанционный, да? Контактный – это когда мы с вами электрод подносим непосредственно к коже, да? А бесконтактный – это когда электрод находится на расстоянии 1-4 мм от кожного покрова. И между кожей и электродом, получается, формируется искровой заряд. И вблизи аппарата воздух наполняется озоном. А на коже ощущается легкое покалывание. Слушайте, это очень интересно. Какой мы с вами ждем результат? Комплексное оздоровление всего тела, убирает воспаление на коже, профилактика целлюлита даже, девчонки, предотвращает выпадение волос и борется с варикозным расширением вен. Я вам сейчас противопоказания зачитаю. Они есть. Злокачественное новообразование, доброкачественное со склонностью к прогрессированию, кровотечение, кардиостимулятор, потому что это все-таки ток, надо понимать, да? Эпилепсия, соответственно, тоже, тромбофлебит, беременность, сердечная аритмия, нарушение свертываемости крови, кожная чувствительность. Так, что у нас еще важно? Выраженная форма купероза, активный туберкулез легких, лихорадка, сердечно-сосудистая недостаточность, гнойные процессы до хирургического лечения и индивидуальная непереносимость тока и состояние алкогольного опьянения. Представляете? Вот так. Вот так нельзя делать, да? Как я вам зачитала. Так, я сейчас буду ознакомливаться с видео по коду внимательно, потому что все-таки это прибор медицинский. Здесь нужно соблюдать все меры предосторожности и так далее. И потом будем делать процедуры вместе с вами. Выглядит аппарат в сборке. Мы с вами не должны его включать без насадки. Я выбрала пока вот такую. Чуть позже с вами будем делать на лице и на волосах, потому что процедура проводится на чистых волосах, сухих, и на чистом сухом лице обязательно можно использовать сухую салфетку. А если кожа чувствительная и сухая, то мы можем на насадку обернуть сухую салфетку, и тогда не будет такого иссушивающего эффекта для сухой и очень чувствительной кожи. Я сейчас хочу, вернее, уже опробовала на ногах, да, профилактика и лечение варикозного расширения вен. И пока на самом медленном режиме я не почувствовала никакого тока такого сильного. Сейчас попробуем с вами помощнее. Смотрите, вот этот тумблер, он у нас, да, регулирует мощность в зависимости от нашей чувствительности. Сейчас будет потрескивание. Вот я его включаю. Слышите? Вот. И видите, вот эта вот красная вот штучка. Начинает насадка таким вот красным цветом загораться. И мы слышим с вами вот этот треск. Можно сильнее прибавлять, а можно делать меньше, да, в зависимости от чувствительности. Она как такая сосудистая сеточка после беременности Ксюши, да. Я хочу попробовать именно на этом месте и посмотреть, что будет. Процедура дерсонвализации мы делаем несколько раз в год курса, да. Две процедуры рекомендуется, два курса по 15 процедур, где-то так, в среднем, да, а так смотреть по себе, но обязательно интервалы между курсами выдерживаем. Вот сейчас я ощущаю, ну не знаю, видите, при соприкосновении с кожей легкое такое покалывание ощущаю, легкое, никакого дискомфорта нет, хотя поначалу, знаете, было страшно. Но ни с какого дискомфорта нет. Вот эта же насадка, она у нас и для шеи может применяться, а еще для профилактики целлюлита. В общем, интересно. Я, девчонки, буду делать полный курс. И вам обязательно потом о результате рассказывать. Вот как выглядит сеточка сейчас, вы видите у меня вот это. Я вам по завершению курса обязательно все покажу. Вот так здорово, дискомфорта никакого нет. Смотрите, вот точечное воздействие, да, оно у нас используется другой насадкой, но для участков с воспалением, новичками, для каких-то ран, которые не заживающие. А еще вот эта вот насадка, она используется для лечения заболеваний различных опорно-двигательного аппарата. Ну, в общем, дискомфорта никакого нет. Все как бы, ну, достаточно деликатно. Совсем вот легенькое покалывание, я бы сказала, даже неощутимое. Вот больше страшен этот звук, чем нежели вот когда делаешь. Вообще дискомфорта ноль. Сижу тут такая и делаю. А вы знаете, как классно начинает пахнуть озоном вокруг.
Я прям по всем ногам решила проделать, да, как профилактику. И вот этот запах озона, как на море после дождя, он приятный такой. Ой, как здорово. Слушайте, я с этим прибором, наверное, зависла надолго. У меня волосы не совсем чистые. И когда вечером тоже мы с вами снимем макияж, мы будем пробовать насадки для лица. У меня есть, кстати, высыпания. Попробуем и на них. Ой, как здорово. Аромат прям такой, ну, насыщенный. Озона я имею в виду. Так здорово пахнет. Все, девчонки, я засела. Мне нравится. И мурашки такие по этой ноге идут. По сравнению с другой. Прям мурашечки идут. Но все очень приятненько и здорово. Водить этим прибором прям приятно. Классно. Слушайте, мне нравится. Одна нога. Вот так пока какие отличия. Но единственное отличие, что вот эта нога, по которой я сейчас делаю, она покрылась мурашками. А другая нет. Слушайте, это здорово. Мне нравится. Главное, не забываем, что у нас обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, да? Можно использовать тальк. Особенно, если у кого-то сильно жирная кожа лица, то лучше ее обработать тальком, а потом проходить насадкой. Я зависла. Ну, теперь мы приступаем с вами к обработке лица. Я сняла макияж, у меня лицо абсолютно чистое, я его очистила. У меня здесь есть один внутренний, я не знаю, прыщик, не прыщик, он никак не виден, он чувствуется только рукой. Может быть, вам вот будет чуть-чуть видно бугорок такой. Все другие высыпания, которые я вытянула наружу, у меня пилинг, они прошли, вот этот почему-то остался. Я хочу его именно обработать точечной насадкой. Мы насадки с вами перед применением обрабатываем антисептиком, либо хлоргексидином. Что я и сделала? Обработала хлоргексидином, взяла ватный диск и обработала саму насадочку. Так, мы включаем с вами прибор. На руке пробую сначала. Все как бы нормально. Так, сейчас поправлю еще все. У меня правильно вставлено. Потому что они так вставляются туго. Тут есть такая вот дырочка. Они так вставляются туго. Так, все. Она почему-то не светится. Вот эта насадка для точечного воздействия. Так. Ой! Ощутимо так покалывала. Сейчас поменьше. Волоски на этом месте, девчонки, ты бы встаешь, жаль, баб камеры не передает. О, нормально, все. Сейчас еще чуть поменьше, на всякий случай, на лице. Потому что лице прям страшно. Вот опять озоном пахнет. Я, кстати, сейчас не дотрагивалась до кожи. Я вот как по второму методу, бесконтактному, да, и чувствуется все равно разряд между кожей и насадкой. Но ощутимое покалывание, но ничего неприятного нет. Я на минимальном. Так, да, туда я хоть попадаю, то его не видно так глазу. Прям такое ощутимое. Все больше мне... А, нет, вот с этой стороны тоже такое есть. Сейчас здесь еще. Больше страшно от этого звука. Кстати, кожа... Да нет, не краснеет, но слегка может быть в этом месте. И пахнет озоном. Так, теперь мы с вами берем другую насадку. Точечно мы воздействовали вот на эти штуки. Посмотрим, что с ним будет. Я вам обязательно во влогах, девчонки, буду давать отзывы, потому что для меня прибор очень интересный. Я почему-то верю, потому что мне кажется, вот этот прибор Дарсонваль, он еще со времен советских использовался на курортах, да, и так далее. Так, мы с вами вот эту одели насадку для лица. Покраснела? Ну да, в этих местах чуть-чуть, вот где прыщики, есть легкое такое покраснение, видите, да, небольшое. Так. Вот тут я тоже не вижу такой красной волны, как когда мы с вами ноги делали, да? Так, пробую на руке. А, когда дотрагиваешься, появляется красное. Видно вам? Когда дотрагиваешься, такая волна видно идет. Так, пробуем на лице. Комфортно. Тут легкое-легкое такое покалывание. И мы с вами, как и все любые другие косметические процедуры, вот видно, да, сейчас, когда непрерывно на коже работаешь, такая вот красная волна идет. Вот, видите, да? Мы с вами все движения делаем по массажным линиям. Легкое покалывание, в принципе, дискомфорта нет. Вот от той насадки было покалывание больше.
Можно даже сделать чуть-чуть побольше. В общем, мы смотрим по чувствительности кожи. О, видите, вот, да, красный светится. Смотрим по чувствительности кожи. И прибавляем, если нам нужно, да? Здесь у нас омолаживающий эффект. Здесь у нас противоотечный эффект. Очищающий эффект. Потому что тем, у кого проблемная кожа, прям написано, очень хорошо подходит. В отзыве я читала. Оздоравливающий эффект. Ну, микротоки, да, вот раньше, когда еще лечились только пиявками, травмами и так далее, очень многие болезни лечили током. Ой, вверху губы прям так сейчас было ощутимо. Угу. Нет, ну так, все равно вот такого никакого дискомфорта нет, приятненько, очень приятненько и расслабляет. Мне нравится. И зону декольте тоже мы с вами пройдемся. А потом, когда высохнут волосы, мы с вами проделаем и волосы. Еще хочу вот этой насадкой для тела прям вот шею проделать. Вот этой насадкой, кстати, тоже можно. Она достаточно крупная, можно и по позвоночнику. О, вот сейчас вам видно там хорошо, да, как светится. В общем, вот эти все движения мы делаем с вами по массажным линиям, по восходящим, лоб как положено. Мне нравится. Я буду проделывать прямо на лице, на шее, на ногах обязательно курс из 15 процедур. Посмотрю, что будет с моим варикозом, с моей сеточкой. Ну, венки там есть такие, они у меня тоже кое-где. При ближайшем рассмотрении они видны, но в основном вот эта вот сеточка. И одна вена еще у меня высоко есть, вот такая, которая как бы я ощущаю, что она тоже уже подвержена изменениям. Вот. И я обязательно после 15 процедур во влоге в каком-нибудь вам расскажу. И покажу. Потому что я вам показала, сейчас вы видели, как выглядит эта сеточка. Нос. Не, прикольно, мне нравится. Здорово. Самое главное, что нет никакого дискомфорта, это даже как-то вот расслабляет и приятненько. Процедура одна по длительности у нас с вами 3-5 минут. И сколько я уже делаю? Не знаю. Больше трындю. Сейчас я еще минутки две поделаю и вернусь к вам. Аппарат, кстати, используют для лечения угревой сыпи. Вот если вам видно, вот у меня тут красные точки. Это вылезли подкожники мои после пилинга, да, химического. И вот эти пятнышки, они остались. И сейчас, если вся кожа такого более-менее ровного тона, то там, где есть проблемы, есть покраснение. То есть, вот где вот эти были прыщи, вот этот прыщ, здесь покраснение. Я вошла во вкус, мне кажется, я уже минут 10 делаю. Мне так нравится. Я прям испытываю какой-то восторг. Вот посмотрим, как вот это все уберется. Насколько чистеньким, ровненьким станет лицо. Мне прям очень интересно. Токотерапия. Все, выключаем прибор. Я думаю, после использования тоже мы сейчас насадочки хлоргексидином обработаем и будем таким образом хранить. Да? В целом. Ну что, на лицо гладкое, пока сказать ничего не могу. Буду отзыв давать вам по прошествии времени, естественно. Но пока мне все очень нравится. Прям вот здорово. И что? Волосы высохнут, и пробуем с вами расчесочкой на волосах. Сказала мужу, у него иногда бывает перхоть. Смотри, какой аппарат. Он сейчас зашел на кухню в тот момент, когда я водила себе по ногам. Встал, глаза по 5 копеек, запах, итог. Нет, говорит, меня убьет. Я говорю, хватит. Ну, мужчина, да? Смотри, говорю, я вожу себе по ногам, все нормально, ничего не убивает, это даже очень приятно и расслабляет. Говорю, будешь расческу делать? Показала ему эту расческу, ну, хорошо, буду делать. Вот, все, сушим волосы и продолжаем. Влог про здоровье. Влог про здоровье. Еще у меня вот такой вот коврик, кстати, блин, это такая вещь, девчонки. Вот после переезда я как-то про него забыла, мне Ксюша напомнила, мам, найди, хочу полежать. Я заказывала на Wildberries, они такие, Faberlic есть, но дороже. И тут мне мама попросила, а у нее маленький такой аппликатор Кузнецова, она попросила большой. Я ей заказала такой же, как у себя, коврик сиреневый. И думаю, дай закажу еще валик, пусть человек лежит комфортно. А у меня такого валика нет. И я себе тоже заказала. По цвету только не очень подходит. Я хотела, чтобы комплектом. Маме я сиреневый заказала. Тоже на Wildberries, по-моему, или на Zon, на Wildberries. Вот. И вот этот коврик, кстати, он чуть больше, чем фаберликовский. Да, сантиметров на 8-10. И валик выходит гораздо дешевле. Я думала, сначала закажу Faberlic, ну какая разница? Нет, разница в цене такая довольно ощутимая. В общем, я заказала валик. То я вот этот коврик сворачивала вот так
скручивала, вообще в трубочку и шеей лежала. А то теперь у нас валик есть. И мне Ксюша напомнила, мы нашли, слава богу, при переезде не потеряли. И это вообще вещь. Я еще ложусь животом даже на этот коврик, потому что, ну, иглоукалывание, она полезна еще и для похудения, да, понимаете, к чему я веду? Ты не знала? Нет. Еще мы на нем стоим, ой, как себя прекрасно потом чувствуют ступни. Вообще, это просто что-то с чем-то. Вот этот валик, они, кстати, почему-то продаются для спины, для шеи разные. Для спины он как-то повытянутый и пониже, а для шеи вот такой. Но я попробую под спину его тоже класть, лежать. Вещь, девчонки, у кого нет аппликатора Кузнецова, я вам очень рекомендую. Прям на самом деле спасает от боли в спине. Ну, не от всех, конечно, смотря какая причина, но прям супер. Ну что, девчонки, у меня волосы высохли, и высохли они естественным образом, я не сушила феном. И сейчас мы с вами будем проверять вот эту вот насадку-расческу. Здесь у нас с вами такой план действий. Мы идем от висков к затылочной части, от лобной доли к затылочной части. Приятно даже без тока. Погнали. Так, пока на минимум тоже. Сейчас посмотрим. О, видите, светится. Когда соприкасается с кожей, получается, ток поступает, да, видите? Можно, в принципе, посильнее, потому что я практически ничего не чувствую. О, сейчас чуть-чуть чувствую легкое покалывание. Это где-то на 1/4 по всей мощности. И вот так мы с вами проходимся. Это у нас с вами, этот процесс должен ускорять рост волос. Вот эта процедура, да? Ну и профилактика, соответственно, облысение. Вот посмотрим, тоже проделаю курс 15 дней. Я относительно недавно покрасилась, буду смотреть по отросшим корням. И корни отросли у меня, видите, видно, когда так делаешь, ну где-то миллиметра на 2 только пока. Я же только покрасилась. Посмотрим, насколько они отросли. Вот так затылочной области мы с вами потихоньку делаем, тоже 3-5 минут. Приятненько. Заодно массаж кожи головы. Легкое совсем покалывание. Можно было бы сделать мощнее, но я пока начну с таких маленьких токов. Потом, может быть, через пару дней буду слегка увеличивать. Обязательно пишите, у кого опыт использования приборов был, или, может быть, кто проходил где-то курс, да, кому-то, может быть, назначали. Я знаю, что такие процедуры есть в различных ЛФК-кабинетах, физиотерапевтических, ну и у косметолога, соответственно, да? По отросшей моей еще можно челки смотреть, но не челки, а вот после беременности, да? Вот тогда какой длинный вот эта вот фигня. Тут спереди немножко, по бокам почему-то это видно, не знаю, как по всей голове. Я знаю, так у многих девчонок, у меня почему-то после Ксюши такого не было. А тут вот так. Вообще приятно. Приятно и расслабляюще. Это затылочка. Здорово. Слышите, как трещит, да? Вот когда трещит, страшно. Вроде как вот прикасаешься, да, вот этим красненьким горит, а на самом деле ничего страшного нет. Ну ладно, я сейчас еще минутки 3 поделаю. Но пока все очень даже достойно. Еще так волосы уложились с помощью этой расчески, потому что несколько раз проходишься в одном направлении, да, фен, боже, пока не сушится. Наш с вами влог про здоровье, волосы отращиваем, волосы не жжем, кожу восстанавливаем, волосы тоже восстанавливаем, прикольненько. Здорово, мне понравилось. Про дальнейший эффект буду вас тоже держать в курсе обязательно и расскажу, как что получилось, как отросли волосы, как прошел варикоз. Ну, на этом все, мой хороший, влог буду заканчивать. Ссылки на прибор и на магазин ГЭС под видео для России и для Европы. Промокод на скидку 10% от конечной цены я вам тоже прописываю. Он действует, кстати, 14 дней с сегодняшнего дня. То есть в течение 2 недель он действует, да? Все полезные ссылочки, все в инфобоксе. Также можете найти на маркетплейсах, я вам уже говорила. Всех люблю, целую, берегите себя. Пока-пока.